Погромче, нет? Еще потише. Еще потише еще. Подожди, я говорю, мы в эфире. Там и так не слышно. Здравствуйте. Давайте вот так. Давайте. Агуша попросил включить перископ. И отвернулась. Агу. Только что говорит, давай, включай перископ. Ну и скажи что-нибудь тогда. Я не буду вести, я не готов. Я недавно проснулся. Ладно, всем привет. Я валяюсь дома, ну, как обычно. Даже не знаю, как и весело, смотри, тебе сердечки тут. Я недавно проснулся. Вот. И на самом деле я готовился к этому. К этому перископу, к этой трансляции. У меня даже есть шутки. Да. И одна из них звучит так. Ладно, давайте вы лучше зададите какой-то вопрос, и я закончу эту трансляцию. То Агуша убежала, и все. И один остался в эфире. Так мы не договаривались. У нас сегодня репетиция с кандидат вечером. Да, мы поговорим о планах на будущее. Будет известно, чем мы займемся дальше. Порепетируем песенки, которые репетировали. Новый сезон весной будет. Вот, я сейчас ничего не делаю, сейчас в основном отдыхаю. Сегодня спал, чуть-чуть поел, выпил кофе. Чего ты смеешься? Иди сюда, Агу. Чуть-чуть поел. Сама смешная, понятно. Так, будут ли еще 7 дней? Не знаю, может и будут, но пока не планируем. Хочется отдохнуть, на самом деле, до февраля, после съемок. Ничего не делать. Это у нас позывные такие. Фила сейчас на курсах диджеинга. Нас скоро станет супер популярным диджеем. И будет ставить классную музычку. Вот. Как сделать рэп профессионально? Не знаю, в рэпе не разбираюсь. Что? Сейчас я выключу телевизор. Че? Иди сюда, Агу. Нет, дай покушать. Ну, кушай тогда. Фред Перри? Не, пока не покупаю. Разную одежду покупаю. Ну, в основном ничего не покупаю. Редко что покупаю за одежду. Старое носить люблю. Вот. Че ты не разбираешься в рэпе? Че? А че я должен в нем разбираться, если я панк? А вот. А МС Донателло это... Даже не знаю, как это назвать. Это экспериментальный юмор больного мозга моего. Агуш, ты либо пей сок, это, либо не булькай. Я буль. Не надо булькать. Ну, давай. Иди себе, иди, тебя зовут сюда, Агу. Нет. Ну, я хочу булькать. Булькать хочешь? Ну иди булькай, булькай сколько хочешь. Я ничем не занимаюсь, сейчас просто вышел в перископ, потому что моя дочь меня попросила об этом. Вот. Покажи кису. Какую кису? У меня нет киски, простите. Лучше ты покажи свою киску. Запилить на гитаре что-нибудь не смогу, потому что, во-первых, телефон держу. Гитара далеко, до нее идти несколько метров. Это пипец. Вот. Ты с Чопа? Да, я с Чопа. Привет всем. Про собак уже 100 раз отвечал, уже невозможно. Тату-мастера почти нашел, да, мы сейчас договоримся, скоро буду дозабивать свои эти, как их, руки. Вот, наконец-то покрою свое бренное тело нормальными татуировками. Вот, что буду бить, пока еще точно не решил, но хочу рукава... Хочу маска
Маска Бэтмена, там, где все Бэтмены. Вытри лицо. Иди умойся, Агиш. Ноги... А теплая маска? Ну, иди поищи. Я не знаю, Агиш, у тебя все игрушки везде валяются. Фила на курсах. Агиш, ты меня сбила с вопроса. Видно ей, да? Малявку или... Бэбен. Маска Бэбена ищем. Сделай грустное лицо. Зачем? Нет, в текстилях я уже пожил. Может, еще когда-нибудь туда вернусь. Не знаю, я каждый год... Мы каждый год в разном месте живем. Так получается. Не знаю, почему. Вот. Ноги. Буду ли я ноги забывать? Не знаю. Очень хотелось бы, конечно, классно я набить на ногах. Вот. Татуировки очень люблю. Хотелось бы шею нахрен всю забить и грудак. Ну, конечно, наряд такой. Насос. Что, Агуш? Насос хочу. Насос? Давай принеси насос, надуем шарик. Агушка, да, она классная. Даже я иногда от нее это, в восторге. Ну, не иногда, а часто. Традик, не знаю, очень нравится, New School. Можно на праздник? Как без прав живется? Без прав живется нормально. Пап, я хочу на праздник. На праздник? Да. У тебя завтра будет праздник. Агате завтра будет 3 года. Мы приготовили, а точнее Фила подготовила ей супер праздник, на котором будет все самые любимые фантазии детей, не знаю, из мультиков. Отцом быть круто, да. Чувствуется, что... Все. Да? Агуш любит, когда я разговариваю непонятным языком. Вот. Так что Агате завтра будет 3 года, мы будем отмечать. Будет много детишек, будет там торт. Да, много детишек. Детишек будет много, да? Да, четырешки. Детитки. Да, Агата. А, когда-нибудь... Да, детки и Агата. Детки, Агата будет тусить, да. Пижамную армию, не знаю, может быть и будет. Но когда-нибудь что-нибудь интересное придумаем, то снимем, конечно. Вот. Завтра мы, я думаю, мы с Филой обязательно включим трансляцию и завтра тоже. Вот, сейчас получилось внезапно, ну, как обычно. Вот, так что ждите. Завтра же суббота, да? Вот мы днем начнем включать. Что мы ей подарим? Ну, мы уже заготовили подарок. Мы купили вот эту. Ну, это мы давно купили. Мы на самом деле купили вот подарок. Девочка, папа. Но не знаем, что ей еще будет дарить там. Мы купили вот это. Хорошо, давай подальше от меня. Что-то мне прям глаза свежие. Вот. Сейчас не буду говорить, что купили. Ну, потому что услышишь, сейчас будет в восторге. Сэм, давай сделаем тебе тату. Давай, пиши мне на почту, в каком ты стиле рисуешь, твои работы. Я посмотрю, ознакомлюсь. Вот, мне много ребят написало уже, есть классная действительно работа. Вот. Полицейские будни вернутся. О, Господи, как же вы за... Это, наверное, миллиардный вопрос сегодня одинаковый. Вот, ну, конечно, не могу все отвечать, одинаковый вопрос. Так что простите, что не отвечаю. Вот. Не, уж не видно. Вот так видно, да? Да, видно вот так. Вот так видно, да? Угу. Расскажи что-нибудь ребятам, Агу. Рыбакар. Понятно, Поле Рыбакар. Это вам не шутки. Она хочет стоять. Вот, так стоять. Интересно, вот разные люди... Папа, она хочет стоять, кукла. Да, стоит кукла, молодец. Разные люди, которые вот подключаются в перископ, задают, ну, разные вопросы про меня. Меня знают вообще с разных сторон, оказывается. Кто-то знает меня тем, кто лапал сиськи и здоровался с Путиным. Кто-то знает меня из Щепа. Кто-то знает меня из Кандидейт. Кто-то знает меня МС Донателло. Я, у меня какой-то разбив личности получается. Это даже это... пью ли я еще пиво? Да, я пью. Как называется болезнь, когда у тебя в несколько человек в тебе скрыто? Что-то такое, я не помню. Вот, кто-то знает адмиралом пожарной армии, генералом, да. Оказывается, много чего уже. И все люди по-разному меня воспринимают, интересно. Вот. А, это не важно. Да, наверное, у меня шизофрения. Папа, вот туфельки. Туфельки сняла, да? Класс. Вау.
В Джондоне, да, бывает. Мы раз в 2 недели ходим посмотреть матчик. Какой-нибудь Челси. Вот, может быть... А, нет, в понедельник не получится. Хотел на Лестер, конечно, сгонять. Но не получится, к сожалению. Кем ты был и кем стал? Не знаю. Вообще не стала. Никогда не задумывался над этим вопросом. Топишь за Челси? Да, я за Челси болею. Вот. Кто-то помнит меня по видео с Олегом Ломакиным. Это вообще ретро. Вот. Бьюти-блог кто-то помнит. Бьюти-блог, я думаю, да, будет. Я люблю намазаться какой-нибудь херней. Я не беру, пап. Ты меня любишь? Да. Блин, так приятно вообще. Единственный человек, который меня любит, это моя дочь. И не спрашивает, там, ты ли это еще, ты ли это оттуда. Это очень приятно. Музыкальные блоги, да, очень хотелось бы. Вообще в этот промежуток времени после окончания съемок хотелось бы заняться музыкой, допилить то, что не допилено. Может, выпустить какую-то EP-шку или лонгплей. Сними пиндосовскую футболку. Ничего не буду снимать. У них флаг красивый, и череп тоже нормальный. И шапка на нем. Вот. Что ожидать одного сезона? На самом деле, никому не рекомендую смотреть второй сезон ЧОП, потому что люди со слабой психикой и с высокими моральными устоями не поймут этот сериал. Мой персонаж попадает в такие ситуации. Я не знаю, как такое даже можно пускать на телевидении. Надеюсь, там все как-то смонтируют очень опрятно. Но вот так как я люблю трэш-хардкор, вот, то мне очень понравилось. Я буду смотреть. Но никому не рекомендую. Ни своим друзьям, ни людям, ни бабушкам, ни дедушкам, ни мамам, ни папам. Но я смотреть буду. Не, ну да, папа, мама. Папа, мама, да, конечно. С Геной дружу, да. С Геной мы классно несколько раз дружили. После съемок. Второй, Джокера не очень люблю, так что вряд ли его буду бить. Не знаю, мышь лазит. Гена вообще четкий тип, да, конечно, четкий, он мне очень нравится. Чаек пить? Нет. Нет, Агуш, нельзя чаек? Дочь не отпускает меня с тобой чай пить, прости. Потом как-нибудь мне напишешь. Нет. Нет. Вот так, дружили? Нет, не так, конечно, у нас гомиков на площадке нет. Ну, по крайней мере, я таких еще не просек. Вот. Агуш, ты будешь что-нибудь рассказывать, или я сейчас закончу трансляшку? А? И привет всем, всем привет, закончится. Кем я работал до ЧОПа? Я не знаю, лучше это набрать в этом, в интернете, Сэм Никель. Там очень много разных Сэмов Никелей, Артуров, Гальченков и вообще меня. Так что я много чего наделал, получается, за... Даже неохота. Да. Мне нравится, как моя дочка смеется, когда я начинаю болтать какую-то хрень. Это язык. Агуш, давай садись сюда и расскажи, что ты об этом всем думаешь. Почему я один за тебя? Давай, если ты попросила включить перископ, а? Ты за целую трансляцию сказала только Бэбан и Робокар Поли, все. И машинка Бэбанов. Машинка Бэбанов? Бэтмобиль хочешь? Да? Да, машина Бэбанов. Блин, я тоже хочу Бэтмобиль. Моя мечта с детства. Я еще не хочу Бэбанов. Некоторые друзья узнали, что у меня собаки диван сдвигают. Да, блин, оказывается, столько много видео, и все по-разному меня понимают, знают. Почему я больше не снимаю один день, точнее 7 дней? Не знаю, отснял и все, надоело. Я вообще люблю снимать видео так. Я загорелся, снял и все, я потух. Дальше иду, что-нибудь придумываю, снимаю. Потому что мне то, что я выпускаю, допустим, то, что я уже выпустил, уже не интересует. Это уже становится интересно для тех, кто смотрит. А то, что я уже сделал, снял, смонтировал, выложил, для меня это уже прошлое. Я этим не живу. Я просто это сделал и сделал. Спалью что-нибудь. Агуш, давай что-нибудь споем. Она снимает, пап. Ты раздела девочку? Да. Черт, зачем? Вот. За
закрыты. Она не хочет петь, один я стесняюсь. Ну, папа. Но я уже не смогу одеть ей платьице, Агуша. Я ее не умею одевать куколок. Прости. Вот. Когда вот Хлеб будут выступать, Педиди. Я не знаю, напиши не, вот Хлебу, закрыты, а лучше Педиди. Ну, пап. Тебе попробуй. А, ты все. Смотри, давай оторвем, да? Да, оторвем. Все. Готово. Мы сняли платьичко. Татухи будешь дорисовывать? Да, 5 минут назад об этом вопрос был. Когда охранники? А об этом и был вопрос 10 минут назад. Будет весной все. Нам с Чопом осталось снять заключительную сцену 16 серии. Это мы сделаем через 3-4 дня. И все, съемки будут окончены. Ты играешь, да, Гуш? Да. А ну-ка, дай-ка мне попробовать. Давай я буду петь, а ты будешь танцевать. То есть играть. Нет? Это моя. Вот так вот. Узнают ли меня на улице? Наверное, узнают, но ко мне боятся подходить, потому что я хожу со смурным лицом вот таким. Не подходите ко мне. Я не очень люблю популярность, на самом деле. Вот. Бледный, да, потому что я давно нигде не отдыхал и не загорал. Посоветуй книгу. Я книги не читаю, мне они не интересны. А кто пригласил в сериал? В сериал пригласили ребята из «Мне нравится». Они говорят, чувак, попробуй пройти кастинг. Чувак, попробуй пройти кастинг, нам нужен рокер. Я пошел на кастинг, и получилось так, что я прошел. Ну, популярность, конечно, прикольная тема, но не всегда. Иногда хочется в магазин просто прийти и купить хлеба, а чувствуешь взгляды там, типа, что тебя узнали вот такие. Люди иногда не стесняются и смотрят прям в глаза. Я, например, не очень люблю в глаза смотреть. Планшет хочешь? Так он разрядился, наверное, да? Музыкальный слух от папы, это точно. Если бы начал лысеть, не комплексовал бы. Но на самом деле я лысею и как бы не комплексую. Это всего лишь волосы, это херня. Мне они тоже не интересны. Но я их, конечно, укладывать пытаюсь, чтобы форма была. Но если я начну лысеть, я не пострадаю. Вот. Серж Такняна. Слушай, что это такое? Я не знаю. Вот. Лысеть не боюсь, это не страшно. Челси в этом сезоне очень плохо. Но вроде все. Вроде с первой позиции вышли в Лиге Чемпионов, так что может все настроиться. Но ВПЛ им не везет конкретно. Да, Агуш? Нет, только пласет. Пласет тебе подключить. Ну, Агуш разрядился, все. Нет, я хочу пласет. Каким гелем пользуешься? Уже разными, уже какой нашел, таким я пользуешься. Я хочу посмотреть пласет. Ну, Агуш, он разряжен, но зарядка я не знаю где. Я хочу пласет. Кошкина стала популярной, да, она любит популярность. Вот, в Сочи ездила сниматься. Да, пласет хочу. Да? Да, пласет. Все, мы отключаемся, мы идем подключать планшет. Вот. Какую тачку планируешь после взять концерта? Все, выключаем. Ну, Агуш, ты сама сказала, давай перископ, теперь ты планшет, у тебя это, мысли прыгают. Не, мы выключаем. Да? Да. Вот лапка. Ну давай, ладно, мы все прощаемся, мы пошли заряжать планшет, смотреть мультики, да? Да. Ну все, давай, прощайся, пока.